Так, добрый день. Уже как бы обед второго дня. Занимались мы тем, что распаливали печки, подгребали немножко грязь, замачивали вот саженцы. Один выскочил, хочет уже садиться. Так, голос из-за кадра. Пришло время беседку разобрать. А то как-то тут хламся навезли. Нам тут под конец сезона прошлого года, мы как раз ее достроили. И сосед решил как-то внезапно сделать подарок в виде вот этого дивана углового. Поэтому тут сейчас такой бардак. А там прицепом еще и стол попал. Вот стол нам не нужен, он как запчасти только нужен. Стол мы сейчас на чердачок. Оно все тут перезимовало с ноября месяца. И будем сейчас расчищать здесь, подымать диван, смотреть, насколько надо его поднять, делать под него ножки. Может, даже завтра утром. Наверное, утром буду делать ножки. Сейчас чисто расчищу и все. Поехали. Надо делать ножки, чтобы диван был той же высотой, что и эти диваны, чтобы было удобно сидеть, так как стол 90 сантиметров, мы специально делали высоким, чтобы всем было удобно сидеть. Поэтому я уже все померил, надо 65 сантиметров, диван 47, итого надо поднять на 18 сантиметров. Как присобачить этот брус, так чтобы диван не потерял свою функциональность. То есть в него вставляется еще спальное место, раздвигается. Я хочу все это сохранить, чтобы можно было тут летом раскинуть диванчик. Это двинуть стол, раскинуть диванчик и спать под открытым, вернее, под накрытым небом. Так будет веселее и интереснее. Кто хочет в домике, кто хочет на улице. Есть у нас такие друзья, которые любят это делать.